Перспективы развития Владикавказского вагоноремонтного завода обсудили в Министерстве экономического развития России. В режиме видеоконференции заместитель руководителя федерального ведомства Сергей Назаров, глава Кабмина Республики Борис Джанаев и заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник провели совещание. Рассмотрели возможности сохранения профильной работы предприятия и дозагрузки его мощностей. Борис Джанаев отметил большое историческое и социально-экономическое значение этого завода для республики. Сейчас он находится в непростой ситуации. Причина в многолетней недозагрузке производственных мощностей из-за ухода из оборота вагонов с бортовым напряжением 54 вольта. Модернизация завода позволит сохранить профильную деятельность предприятия и загрузить ремонтом более современных пассажирских вагонов. Руководством республики этот вопрос поднимался на федеральном уровне. Есть поручение заместителя председателя правительства России Александра Новака. Стороны договорились о проработке возможностей дальнейшего развития Владикавказского вагоноремонтного завода.